последние годы сфера промышленности по уровню зарплат стала одной из самых привлекательных в регионе. В 2023-м стоимость трудочасов выросла в несколько раз. Сегодня труд технических специалистов по уровню оплаты практически равен труду айтишников, так говорят в кадровых агентствах. Средняя зарплата на крупных производствах края варьируется от 50-60 тысяч рабочих до 100-120 тысяч специалистов. На уровень зарплат влияет несколько факторов – опыт сотрудника, квалификация, желание и способность обучаться и, конечно, дефицит кадров. Казалось, в 2023-м в сферу пришли все, кто хотел и мог, но в 2024-м промсектору региона все еще не хватает 7100 человек. Конкуренция за рабочих будет расти, она обязательная, поэтому будет расти заработная плата как основной это фактор сдерживания работников. Вот. И, ну, я не думаю, что увеличится будет количество вакантных мест все-таки, потому что сегодня вот то количество, которое заявлено, оно позволит выйти на максимальные объема мощностей производства. У нас в этом году на 125% рост заработной платы. По краю в целом 118%, вот, а по обрабатывающим производствам 125%. Обрабатывающие производства занимают большую часть в структуре промышленности края, почти 88%. Так что зарплата растет у подавляющего числа сотрудников промсектора. Но вопрос, актуальный по-прежнему почти для всех предприятий, где же брать кадры? Билборды о поиске рабочих и специалистов развешаны по всему Барнаулу, а руководители заводов выходят на кадровые агентства. Если речь идет о высококвалифицированном персонале, то есть это, ну, хорошо выраженные хард-скиллз, они просто между предприятиями там циркулируют, да, некоторые, допустим, выходят из проектной работы или там приезжают из других городов, если правильно, города Барнаула. Потому что рекрутировать стали уже на большие деньги. Уже там диапазон высоких приближается к айтишникам. В Барнаул приезжают не только из соседних регионов, Новосибирска, Кемерово, но и дальних субъектов. По словам экспертов, в этом году в России начнут менять отношение к вахтам и переезду в другие территории из-за работы. Это станет привычным. В борьбе за сотрудников в кадровых агентствах и отделах кадров предприятий следят за сильными специалистами и стараются переманить. Такую агрессивную политику по приему на работу применяли предприятию пока, потому что, ну, надо выполнять, мы понимаем важность. И на них, в общем, работали вот вся система нашей службы занятости. Естественно, туда больше даже приходили не из соседних предприятий, а из других отраслей. Даже из гуманитарных, там вот где-то, вот, и из различных там вот социальных предприятий, которые приходили, переобучались. И это один из главных способов при дефиците желающих. В 2023-м 204 безработных обучили техническим навыкам. Специально для ключевых позиций на 5 заводах приобучили 783 сотрудника. 533 человека трудоустроили по программе стимулирования найма. Уменьшают дефицит кадров иностранные специалисты. На меланжевом комбинате работали 200 швей из Индии. После практики наняли 479 студентов. Если профессия нужна, всегда платят хорошо. Поэтому просто идете в профессии, которые сейчас требуются для страны, и вам нормально будет платить. Вместе с этим усиливают профориентационную работу. Не только со студентами, но и со школьниками. Они не просто даже не то, что боятся, они не понимают, что это такое. Потому что их не будет, им не рассказывают этого в школах, они не видят этого по телевизору, в интернете, в блогерстве, это не рассказывают. Там совершенно иная сфера. Поэтому мы понимаем, что нам необходимо работать со школьниками, проводить раннюю профориентацию. Но в том числе у нас есть еще в планах и работа с родителями школьников. Да, потому что это тоже для нас очень важно. Для привлечения специалистов коллективные договоры включают дополнительные льготы, помогают в выплате ипотеки, подвозят до работы, бесплатно кормят. Но главным стимулом остается зарплата. Так, за год-полтора на предприятиях оборонно-промышленного комплекса ее размер вырос в 2-2,5 раза. И это при том, что в 2023-м в ОПК приняли 3500 сотрудников. По словам экспертов, рост продолжится. У гражданских предприятий такой возможности нет, но они понимают, что людей надо сохранять, и заработные платы поднимают. И не всегда это соответствует себестоимости.
То есть получается, что съедается та маржа, которую предприятия могли бы вложить в обновление основных производственных фондов или в какие-то другие направления, может, в освоение новых видов продукции. С июня 2021 года по 2023 год, по июнь, зарплата в нашей промышленности увеличилась на 48%. То есть за два года, представьте, в полтора раза увеличилась она. То есть не считаем это нормальным, потому что все-таки нормальная тогда ситуация, когда идет планомерная и рост инфляции, и рост заработных плат. По мнению министра, ведомству нужно около года, чтобы понять, как отразится такой стремительный рост зарплат на сфере и всей экономике. Но пока ситуация безысходная. При убыли населения, уходе мужчин на СВО и многолетней непопулярности работы на заводах отрасль нуждается в кадрах. Правда, уже сейчас в сфере начинают думать, куда перенаправлять тысячи специалистов после окончания спецопераций. И один из вариантов – организовать новые предприятия. Над этим сейчас будут усиленно работать. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. Специально для телеканала «Толк».